В ходе оперативных мероприятий сотрудники городского и областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали троих сотрудников автосалона, обвиняемых в мошенничестве. В период сентября 2020 года по настоящее время злоумышленники под видом легального автосалона Life Auto убеждали покупателей по выгодному госконтракту обменять их старые машины на новые, обещав внушительную скидку и низкий процент по кредиту. По факту клиенты обговаривали с сотрудниками договор на один автомобиль и размер кредита, а в реальности фигуранты путем обмана вынуждали их взять кредит с повышенной ставкой на другой, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль. От деятельности аферистов пострадали 5 граждан. Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Следственной частью ГСУ Главко возбуждено 5 уголовных дел о мошенничестве. Октябрьский районный суд заключил троих фигурантов под стражу. В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных злоумышленников и других фактов противоправной деятельности. Если вы пострадали от действий данного автосалона, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам, указанным на экране. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.